И вновь доброго времени суток, еще канал Quiz Paradox, и это игра Super Five Nights at Freddy's, Super FNAF. Он так стоял хорошо, играл. Ну что я сделала, зачем я пошевелилась? А если мы постоим на месте? Подождем, пока у него кончится свет. Мы можем его достать. Это... Погодите минуту, это черный кролик? Да. Козел. Спрятался там за своей гитхер. Ней. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Почти зашла. Ладно, хрен с тобой. О, куда-то можно зайти. Save me. Ну, валяй. Пошли спасать. Я наблюдал. Чувствуется, как тогда. Мне нужна твоя помощь. Что-то... Tormenting me. Беспокоит, полагаю? Что-то разрушает или беспокоит меня? Найди... свидетельство о моей смерти в из 1980 какого-то. Должно быть это где-то в файлах? Я не знаю. И где я должен найти этот отчет о смерти? Это должно быть где-то в таблишменте. Где-то. Где-то в какой-то папочке. Может быть, они держатся это где-то среди рабочих бумаг. В старой локации. О, интересно. Я все еще не могу этого сделать. Я не могу попасть туда в основное время. То есть, типа, нам туда попасть надо, да? Есть? No. Хочешь, я тебе сыграю? Ты хочешь использовать это? Не хочу. Я не хочу бить... Shadow Body. Так, швабра в ведре. Это не используется, видимо, уже довольно-таки давно. Так как нет ни воды, ничего. Уже долгое время. Да и убираться, в принципе, наверное, некому. Это шкаф в полной всякой фигни для уборки этого места. Ага. Ты не можешь поднять предмет, если твой инвентарь не открыт. О, нашли четвертачок. Ей! We found a quarter. Стой. Конечно же. Так. Стоп, я видел это сообщение где-то еще. Слушай-ка. Ты не можешь открыть, если... Где-то я ходила. Где-то я это видела, сообщение, наверху. Какие-то белые буковки. То есть где-то они есть. То есть явно не там, где-то вот тут. Во.
Ты не можешь взять это, если твой инвентарь не открыт. Что там? Я же точно где-то видел это сообщение. Должно же там было что-то остаться. Ого! Смотри-ка. Оп. Оп-оп-оп. Этот хейв стайл. Ну? Нет? Меню полное самой разнообразной добротной пиццей. Что это? Как бы я не хотел выйти отсюда, покинуть это проклятое дурацкое место, но я не могу! Ой, братан. Понимаю, понимаю. Show stage. Что это такое? А, это закрыто. Так, ну теперь, в принципе, у нас есть... Это маленькая вентиляция. Маленькая такая вентиляция. Фокс из Холлы Раннер. О! А вы хотите это использовать? Да. То-то-то-то-то-то. Фокси... Коридорный бегун. Нажмите любую кнопку, чтобы бежать. Так, сядем поудобней и погнали. 3, 2, 1. О. Ау. В столешницу вкусались. Ау. Опять. Аген? Есть. Прижми, нажмите кнопочку, чтобы бежать. Тунь, тунь. Нам нужно продержаться 30 секунд. Ау. Теперь это 3 жизни. А, фак. Осталось 10 секунд. Ладно. Мы можем прыгать на вот эту наверх, на кнопочку вверх? Тут пробел какой-то тугой в этой игре. Нет, конечно, не можем. Ой, это мы надолго. В смысле, я не могу? Нужен четвертак. О, я просрала четвертак. Маленькая вентиляция. Ну ладно. Так, что там? Столовка. Вечериночные шляпки. Парти хатс. А тут парти квартер случаем не завалялся, не? О, короткий путь. Я так и знала. Мое программирование заставило меня моргнуть. Теперь этот постер испорчен. О, вот он, на паспорт испоганили. Своим программированием. Employees only. Что это? Это запасные сменные головы. Запихни себя в костюм. Эндоскелет. Они перестали выпускать головы Фокси. Головы для Фокси.
после... С какого-то времени. С того времени, как он где-то накосячил. Должен ли я открыть эти двери? Чем, интересно говоря? Своей жопой? Скорее всего, нет. А, какие-то письма. Bunch letters. Ну-ка, если пробовать их взять. А, ладно, ясно. Коробка с письмами. Ой. Да иди ты. Так. Fun eat play. Ешь. Веселись. Играй. О, Оксян. Простите, на ремонте. Ага. Мы знаем. На личном ремонте. Так. Как я так не смогла пройти, а? Подумай об этом. Ну, давайте, извини, повествуйте. И... Это он. А, ты уверен в этом? А, просто... Прямо как в те другие дохренищу раз? Я абсолютно уверен, что это он. Я никогда не забуду те глаза. Хрен. И что же нам делать теперь? Что же мы должны делать сейчас? Скажи Фокси, что он был обнаружен. Чтобы показаться снова. Капец. И? Ты проверил ночного охранника уже? Да, проверил. Очередная ночь. Когда бы уже быть свободными? Через столовку быстрее ходить. Теперь я понимаю Бонни. Пом. Поняшка. Тырин. Мы нашли Фоксика. Мы нашли себе компанию в виде Фокси. Он вернулся. Ты уверен в этом? Прям как те 87 гребаных раз? Они с Фредди уже задолбались, блин. Бегать за всякими охранниками, которые не он. Я не знаю, что он планирует, но это реально он. Что ж, я сделаю... Я заставлю его заплатить за то, что он сделал. Ладно, я поверю тебе, Ричи. Code mean. Типа, проводи меня или что-то там в духе? Пожди меня. Допустим.
Обязательно было именно сегодня херней страдать на улице? Всякую шумную технику выводить. Это обязательно было? Когда уже наконец-таки идут полные самоизоляции? Ребята! У меня к вам новости! 5 утра! Сохранение! Пам-пам-пам-пам! Такая гавайская музыка прям. 6 утра! У него закончился рабочий день. Какая жалость. Время пришло. А мы можем сделать первые шаги сегодня ночью. Я буду помогать тебе с этим. 6 глаз лучше, чем 4. 6 глаз? 6 глаз. А, да. Типа мы с Фокси это 4 глаза. И она типа еще 2. Хорошо. Держи. Вот тебе ключ от кухни. Там ты получишь некоторую помощь. Я полагаю, это может занять больше, чем 2 ночи. Так, нам нужно открыть инвентарь и забывать ключик. Я надеюсь, они будут хорошо сотрудничать. Что это? Музыка все еще исходит оттуда. Кухня, кухня, где же кухня? Где же она бывает? Типа входная зона. Сейчас была... Так, вот это же кухня, да? Так. А, нет, это не кухня. А где? Это сральники опять? Да, это сральники. Слушай. Ну хорошо. Проверили в последний раз. Просто вот чтобы знать, что мы ничего не пропустили. Понимаешь? Вот так. Все. На кухне, на кухне, на кухню. Быстро, быстро на кухню. Вы бы хоть что ли подписывали, а? Свои эти комнаты. О, Фредди. Тут призраки есть. Что я должен сделать? Открыть ли эту дверь? Конечно, открыть. Вот этим. Да, вперед. Давай, давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что ж... Он... Почему... Что тебя сюда привело? Что меня сюда привело? Мы нуждаемся в информации о нем. О! Фига себе, ты шустрый. Ты никогда реально не разговаривал, не говорил нам ничего о нем. Ты скрываешь его годами, не так ли? Итак, вы реально обо всем этом подумали? И что же теперь будете вы делать? Что вы теперь решили? Он вернулся. Мы должны
получить какую-либо информацию о нем, какую только сможем. Что? Вот это поворот, да, чувак? Принесите ко мне какие-нибудь доказательства для начала. Типа, я договором не... Это, разговором не верю. Ну, спасибо тебе за огромную помощь. Конечно же. Что за грандиозную помощь нам оказал? Это только мое дело. Ладно, Чика, найдем какие-нибудь доказательства, что это он вернулся. Где же... И где же ты это найдешь-то, а? А? Призрак Бонни полетел. Что это? Фредбер. Это Фредбер. Посрашки. Ладно. Блин, нет, к реальности это время на кухне пасется. Это хрупко. Неужели это все еще работает? Шумим тарелочками. Хи-хи. Какие мы хулиганы с тобой. Боняша. Еще одна печка. Ладно, закончим мы это уже в следующей серии. Поиски доказательств. Это был канал Нокомис Парадокс, игра Super Five Nights at Freddy's. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если же у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, слушаться в следующем видео. Пока!